Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Сегодня я прочитаю для вас мое новое стихотворение. Оно называется «Паскаты». Паскаты – гуманоиды из системы Сириуса, похожие на наших современных котов. Облака, как белые котята, здесь зимою по небу плывут. Их звезда была огнем объята, они живут и ныне тут. Глаз кота сужается при свете в узкую полоску вертикаль. Что расскажешь о твоем поэте, о мгновениях, что совсем не жаль? День уходит, в горизонт ныряя, округляя вертикаль зрачка у кота, и звездный мир без края в нас глядит сквозь многие века. Кот не строит землю, он не пашет, не дымит и алкоголь не пьет. Лишь хвостом от раздражения машет, иногда кусается, орёт. А порой, остановившись взглядом на цветке волшебном и простом, медитирует, и вся планета садом кажется в мгновении одном. Вдохновением неземным объятый, в небесах плывет их звездолет, и живут в нем гордые паскаты, люди-кошки среди снов и нот. И для них жизнь — музыка вселенной, в доброте любви обнажена, в истине простой и неизменной вечно светит наших душ весна. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. Паскаты.